Всем большой привет! Сегодня будем варить молодую кукурузу. Чтобы она получилась мягкой и сочной, кукурузу надо не просто сварить, а правильно сварить. В этом видео я поделюсь своими секретами приготовления вкусной сахарной кукурузы, как на море. Приятного просмотра! Пожалуй, самый главный секрет заключается в правильном выборе кукурузы. Особенно если она не специальных сортов, предназначенных для варки, а обычная кормовая. Выбираем початки с только-только начинающими желтеть зернами. Они должны легко прокалываться при нажатии ногтем. При этом должен появиться белый сок, так называемое молочко. Дальше переходим к варке. Чтобы кукуруза получилась более ароматной, дно кастрюли выстилаем листообразными обвертками, в которых находились початки. Затем выкладываем рядами сами початки молодой кукурузы. Заливаем их водой комнатной температуры. И добавляем сахар из расчета 1,5 столовых ложки на 1 литр воды. Это второй секрет правильного приготовления кукурузы. При варке добавляем не соль, а сахар. Сахар поможет сохранить в зернах всю сладость и аромат. Соль ни в коем случае не добавляем, иначе кукуруза будет жесткой. Сверху початки кукурузы тоже прикрываем листообразными обвертками. После чего отправляем кастрюлю на плиту. Ждем, пока вода закипит. И варим кукурузу до мягкости зерен, от 40 минут до часа. Время приготовления будет зависеть от сорта кукурузы и от того, насколько молодой она была изначально. Листья сверху не просто придают кукурузе дополнительный аромат, но и обеспечивают нахождение в отваре верхнего ряда початков. Если варить без листьев, то кукуруза всплывет, и верхний ряд придется переворачивать, иначе початки приготовятся неравномерно. Сварившуюся кукурузу подаем к столу в горячем виде, прямо из отвара. И только сейчас посыпаем солью на свой вкус. Вот и все. Сочная и мягкая сахарная кукуруза, как на море, готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.